Мы выбрали этот регион, потому что в зимнее время, конец зимы, начало весны, пожалуй, это единственное место вблизи Европы, где можно походить на яхте под парусом, при этом еще получить кусочек лета. Относительно команды могу сказать, что в этот раз собрались на яхте просто замечательнейшие люди, очень интересные, и карнавал незабываемое впечатление, это просто яркий фестиваль, множество людей в разных нарядах, и также бесконечное, нескончаемое общение с утра до вечера, все на позитивной волне. Вот. Чудесно.